Всем привет! И я рада видеть вас на своем канале. Сегодня 25 июня, и я хочу сделать распаковочку с питомника Аннабель. Здесь всего лишь 3 позиции, 3 саженца. Ну и заказывала я впервые в этом питомнике. Много не набирала, так как очень переживала, чтобы не наступить на очередные грабли и не получить, опять же, не кондицию. Шла посылочка 5 дней транспортной компании СДЭК. Но больше всего я переживала. Здесь у меня самый главный герой программы – это Bonfire. Ух ты! Хорошенький. Magical Candle. Давай. Пускай покатаются. Давай, следующую. Аккуратно, аккуратно, не спеши. Большую потом, давай маленькие. Ух ты, молодцы. Полистар. Вот реально молодцы. Ох, самый главный. Ой, как я переживала, как я его ждала. Это Bonfire. Девочки, Bonfire C5. Я ни капельки не пожалела. Вы посмотрите, какой кустяра. Какие мощные стволы здесь. Эта цена, конечно, соответствует качеству. 100%. Питомник Аннабель. Заплатила я за него 2500. Сейчас посмотрим корневую. Так, вот мой заказ. Вот, Bonfire. Насколько мы уже знаем все, да, это то же самое Bloody Mary. 2,5 года, 2500. И 2 малыша взяла, Polystar Magical Candle. Очень довольна, молодцы ребята. Вот инструкция, рекомендации по посадке и уходу. И вот мой самый главный герой сегодняшнего дня. Очень довольна. Ни капельки не пожалела. Вот корневая виднеется уже, молодые сосущие корешочки. Они уже здесь пробиваются. Буду я его уже садить в открытый грунт. Красавчик. Так, Magical Candle. Ну что здесь говорить? Молодцы, ребята. Вот не устану восхищаться, просто молодцы. Видно удобрение осмокот, ну корневая, прям вообще молодые сосущие, вот всасывающие корешочки. Прекрасный саженец. Ну что прекрасный, то прекрасный. Polystar. Прелесть. Вон какие корешочки. Хорошенький, пушистенький, стволики толстенькие такие. Такой малыш Polystar, красавец. Сформирован неплохо, на двух ножках. Вот. Ой. Посмотрите на эту корневую. Это прелесть просто. Шикарный, шикарный Bloody Mary, просто красавец. Сейчас я их пролью, хотя они не так и высохли. Посылка в пути была 4 дня с деком. 4 дня, превосходная доставка. Пролью их просто водичкой, так как все равно у них был стресс. И развела и пинчик. И будут они у меня 2-3 денечка стоять в тени. Сейчас их головки поднимутся. Они адаптируются к нашему воздуху. Bonfire сразу у меня уже пойдет в открытый грунт, такой куст. Малышей пересажу в трешечки. Может даже и в 5 литров. Посмотрим.
Поэтому смело могу сказать, покупайте, это не реклама, просто от чистого сердца, так как я наступала на эти грабли очень много раз, поэтому саженцы просто великолепные. У меня просто радости, честно сказать, нет предела. Эмоции меня вот так и распирают, особенно насчет этого куста. Вот это кустище. Поэтому теперь я буду знать за этот питомник и заказывать еще саженцы. Бомба! Спасибо всем огромное за просмотр и до новых встреч. Пока-пока! Сегодня 26 июня. Прошла ночь. Вот так они выглядят. Головки уже практически все выровняли. Займусь сейчас перевалочкой. Но еще в тенечке они пару дней у меня постоят, в полутени. И вот бонфайр.